Титан-1! Прием! Вашу мать, ответьте кто-нибудь! Ответьте и скажите, что у нас все тут малость не в норме, потому что я сейчас точно рехнусь! Похоже, у меня крыша едет. Я уверен, вашу мать! Так, ладно, без паники. Следовать приказу. Продолжать движение к радиовышке. Титан-1, если вы меня слышите, я нахожусь в здании, похожем на школу, и тут кто-то... Ух, твою мать! Сначала завыли сирены, а потом был взрыв. Товарищ Барсукова закричала и выбежала из класса. Она бросила нас здесь, одних. Я прячусь в туалете. Слышны вокруг одни крики людей. Thank you.
Доктор Демичев сказал, что прибор, который устанавливают в школе, безопасен. Но я все равно переживаю. Мой друг, который занимается испытаниями на животных, сказал, что Е-99 вызывает мутации клеток. Как они смеют ставить опыты на детях? Дети, немедленно спрячьтесь под стол. Почему мне во время обеда нельзя сидеть за столом с друзьями? Ты жив? Нет, он подскопытился! Да! Помоги мне!
рад я тебя видеть, Рэнка. Не будь тебя, мне бы крышка. Мы должны были прибыть к спасателям еще вчера. Уходим отсюда.